Здравствуйте, в студии Татьяна Антонова. Прогноз подготовлен по данным Гидрометцентра России. На большей части Дальнего Востока господствуют антициклоны, поэтому будет преобладать тихая и морозная погода. Холоднее всего в Якутии, здесь около 40 градусов. На Чукотке местами 33-38. На Охотском побережье Магаданской области минус 10-15, ветрено, но преимущественно без осадков. Камчатка и острова в относительно теплом и влажном воздухе Тихого океана. Здесь временами возможен небольшой снег, днем от 0 до минус 5. На юге региона местами тоже снег, а морозы покрепче. В Приморье минус 3-8, в Хабаровском крае от 8 до 14 градусов, в Амурской области 12-17, местами до 27. В Сибири совсем другая картина. Здесь скажется влияние ненастных циклонов. На юге неблагоприятные условия погоды связаны с атмосферными фронтами. А значит, везде пройдет снег и ветер поднимет метели. В Красноярском крае гололедица и снежный накат. И только в Омской области между циклонами вероятность осадков невелика, там минус 14-19. В Томской, в Новосибирской, в Кемеровской областях, а также на Алтае минус 8-13. Еще выше температура в центре и на юге Красноярского края. Днем здесь от 3 до 8 мороза. Ну а север в арктическом воздухе. На Ямале 22-27, в других районах 15-20. На Урале в зоне атмосферного фронта снег, порывистый ветер, метели и только в Башкирии без осадков днем минус 11-16. Территория России во власти циклонов. Один будет влиять на погоду в северных районах, а также в средней полосе. Другой атмосферный вихрь принесет ненастье на юг, поэтому ожидается снег, не исключены метели. Ну а температурный фон везде примерно одинаковый. На севере, в северо-западном районе, в средней полосе 10-15. Холоднее только на Кольском полуострове и в Поволжье здесь до 18 градусов. На Северном Кавказе минус 2-7, на Черноморском побережье воздух прогреется до плюс 6. Но, как и везде, будет сыро и ветрено. В горах лавина опасна. В Санкт-Петербурге преимущественно без ночи 15 градусов, днем 12-14. В Москве под утро термометры покажут 14 градусов ниже нуля, днем минус 10-12. Временами возможен небольшой снег, на дорогах скользко. Это все, что нам известно о погоде. Я желаю вам приятного отдыха, всего вам самого доброго и до встречи.